And I would like to now introduce... Austin. Just out this window and across the... I hope you have a successful meeting and conference. Decisions that have been made between our two countries regarding not just our law enforcement, is from our Department of Treasury, and then lastly, Ms. Leanne Watkins from the Department. Мы должны сознаться, тем, что профессор Татьяна Кременко, она является помощником министра здравоохранения нашей страны. I would like to provide an update since our last meeting in St. Petersburg in May, and to be quite honest. Мы только за минувший год внесли в список подконтрольных веществ 20 новых доселе неизвестных наркотиков и почти 500 их производных. То есть это говорит о том, что законодательное оформление нашей деятельности нельзя им игнорировать. Мы изучили американский опыт и сейчас продвигаем воссоздание принципиально нового института в России. Это института альтернативной ответственности наркопотребителей перед обществом. Не только за свое здоровье. Мы должны и юридически создать механизм альтернативной ответственности и обеспечить его национальной системой комплексной реабилитации и ресоциализации, то, что позволяет и самим наркопотребителям избавляться от патологической вот такой зависимости. So all of our colleagues work together and exchange information. And we are going to continue to focus on the cooperation on enforcement, particularly on money laundering cases. We're going to continue to focus on giving young people, the future of both of our countries, the information they need to not be involved in drugs. Below. Thank you very much. Thank you very much. 3 years. Another stage of cooperation. Thank you. Well done. Thank you. Strategy. He served as 9 years as the chief of police in Seattle Center for Justice Assistance in Moscow, Russia, which was a joint venture of Vera in Chile to evaluate the effectiveness of new systems of justice. Todd heads up our three learned and scholarly gentlemen for the conversation tonight, and with that, then ask a few follow-up questions to start a conversation, and then invite. Ну, вы задали важный вопрос, он касается, по сути, они стараются через по разным каналам, через родственников, через. Но мы регулярно проводим операции, начало которых идет как раз пенитенциарной системы по следам. Increasing the efficiency of this. People who are involved in torture, extortion. Those who have been convicted, for example, are at the same time drug users. Если говорить о финансовой составляющей наркопреступности, то она имеет целый ряд особенностей. Дело в том, что вот страны производители наркотиков, скажем, тот же Афганистан, они производят героина, ну, который реализуется на внешних рынках приблизительно на сумму порядка 100 миллиардов долларов ежегодно. При этом в Афганистане остается сумма ну, не более 4 миллиардов долларов, остальное все реализуется за пределами страны. Мировой процесс перехваченных денег
порядке отмывания легализации не превышает 1%. Здесь специфика и банковской тайны, и устройства всей финансовой системы. Поэтому мы с американскими партнерами тесно работаем, что позволяет нам выявить некую специфику первичной отмывки денежных средств и попытаться все-таки работать более эффективно. And it's lovely just to finish it. The only thing I can tell is that we have a part.